Доброе утро, товарищ. Доброе, но потому что наконец-то я нашел. Сегодня фантастика. Это он. Пошел все-таки родимый. Вон он. Трутовик серно-желтый. Фантастика просто. Фу-ху. Где фокус-то? Есть начало. Я счастлив просто. Ну что, друзья, пошла пена-то монтажная. Такая, еще вижу, мне кажется, говорит. А что-то я его пропустил. Я там прошел только. Начинается наконец-то. Что-то я вам соскучился по грибам, друзья, потому что сморчки-строчки отошли уже давно прилично. И я еще ездил, и все, не было грибов. Цветы снимал. Хорошо, хоть лошадка попалась. Прикольная. И вот, наконец-то, сейчас, а сегодня у нас 28 мая, началась монтажная пена. Хотя в прошлом году она началась 23-го. То есть опоздание 5 дней. И смотрите, друзья, что-то я здесь желтенькое заприметил. Вот видите, где я нахожусь? Просто какие-то кушары. Просто. Вот там я пока что не вижу ничего. Но вот здесь я что-то видел. Давайте проберемся сюда. Тут, конечно, надо постараться, чтобы пройти. Ух, льет дождик, друзья. Обратите внимание. Все сырое. Слышите звук-то какой? В общем, льет дождь. А я все равно поехал, потому что, ну, выходные дни у меня больше не будет других. Поэтому вот он. Опа-на, друзья, смотрите. Это уже полноценное начало. Смотрите. Попер. Пена пошла. Трутовик серно-желтый, друзья. Смотрите, сколько. Наконец-то он начался. Сейчас я тут пройду эту корягу. Тут лазить приходится. Видите, где? По кушарам. И давайте я вам покажу получше. Это делится. Смотрите. Это фантастика. Все. Это вкусный гриб, друзья. Трутовик серно-желтый. Смотрите. Молодой. Там только-только он пошел. Видите, выглядит как монтажная пена. Как будто здесь строители окна устанавливали. Красота, друзья. Я рад вообще. Потому что хоть какие-то грибы, а то без грибов вообще тоскливо. Я зимой-то тосковал вообще. Подъедал запасы маринованных грибов. И до сих пор их ем, кстати, никак не кончится. Хорошо, что вот запасся грибами. Обалдеть. Все, это начало, друзья. Значит так, друзья, я эти грибы, естественно, пока что брать не буду. Но смотрите, они только-только вот. Даже трогать не буду, на всякий случай. Но смотрите, раз, два, три, вот они. Тут целое дерево. И сейчас мы еще туда сходим. И там я кусочек нашел. То есть сейчас мы это засечем, друзья. И я сюда поеду дня через 3. И мы посмотрим, как эти грибы выросли. Вот интересно будет, да, посмотреть-то. Как за 3 дня вырастает трутовик. Пока что его брать смысла нету. Хотя я здесь сейчас еще похожу, вдруг я уже побольше вырос. Красота, друзья. Все, начинается грибная охота. Я думаю, она продолжится потом в течение всего лета и осени. И надеюсь, до Нового года. Так что сегодня я еще, кстати, поеду в другой лес проверять еще одни грибы. Я вчера ездил в одно место, не нашел. Сегодня поеду в другое место. И если найду, ух, друзья, это будет вообще бомба. Так, ну а мы сейчас еще поищем. Да, друзья, глаз у меня меткий оказался. Я подошел поближе, смотрите. И это еще. Это другое дерево. То было вон там. Не знаю, видите, не видите. Вон оно. Желтенькое там.
А это другой уже. Опа. Блин, не могу пролезть. Представляете, через такие кушары влазить. Тут можно ноги поломать просто. Но идем на жертву ради вот таких грибочков. Ха-ха. Вот он, смотрите. Ха-ха. Еще один. Естественно, тоже брать не буду. Потом посмотрим, как они выросли. Ну, а мы идем дальше. Вот туда, друзья. По кушарам. Какая удивительная птица поет. А я тем временем приехал в свои места, в ельнички, где обычно я собираю шампиньоны. В прошлом году я здесь нашел уже 27 мая. Сегодня 28. Я иду по лесу, пока не вижу ничего. Возможно, грибов не будет, но... Я еще не весь лес прошел. Хотя бы предвестника найти бы. Дождик льет. Но запах такой в лесу. Свежак вообще, красота. Так что, друзья, при любой возможности езжайте в лес погулять. Это супер вообще. Ну, а мы посмотрим, что же еще может быть. Здесь птичка, конечно, удивительная. Я увидел что-то белое. Так обычно растут шампиньоны, но, блин, это не шампиньон. Это кто-то вылупился. Птенец. Вот так бывает здесь, обманки. А я уж издалека поверил.